Работы по устранению дефекта на сетях начались сегодня утром. Тепловики отключили 5 многоквартирных домов и местную школу. В итоге люди жаловались в редакцию Нотабене на остывающие батареи и отсутствие горячей воды. Избежать отключения не было возможности, заверили в СГК. Проблемный участок ремонтники искали с начала недели. Нашли. И сегодня во второй половине дня работы закончились. Теплоэнергетики заменили 4-метровый участок ветхой трубы. Единственный нюанс возник с водоканалом. Они сейчас проводят тоже ремонт на своих сетях, то есть котельную отключили от исходной воды. Поэтому мы как бы не можем заполнять сеть в связи с тем, что у нас нет поступления воды. Ну, как только не закончат, ну, это, я так понимаю, в течение там часа-полутора. По идее, к концу дня работы должны закончиться и котельная разогреться. За неделю это уже вторая авария на сетях в Пригорске. Проблема была не такая масштабная, и ремонтники проложили временную линию. По предварительной оценке специалистов СГК, сюрпризов больше быть не должно. Сети проверили.